Всем привет, с вами Дмитрий. И это видео для тех, у кого проблемы с рейд-боссами. Ну, собственно, для таких, как я. И сейчас я расскажу вам, как можно убить любого рейд-босса мгновенно. Ну, любого, кроме мастера G. Потому что он просто-напросто заскриптованный. Для этого не нужны никакие сложные манипуляции, да и горы редкого снаряжения тоже не нужно. Нужно всего три вещи. Легендарная снайперская винтовка Люда, которая по каким-то непонятным причинам в русской локализации называется Максим. Уникальная снайперская винтовка Моргенштерн и легендарный щит Трутень. Как получить Люду, вы можете найти у меня на канале. Как получить Трутень? Ну, видео у меня на канале нет. Почему? Да потому что, наверное, это самый популярный щит. И очень многие знают, как его получить. А если вы не знаете, пожалуйста, напишите в комментариях, я обязательно сделаю видео. И сейчас я скажу, как получить уникальную снайперскую винтовку Моргенштерн. Тут тем более без особых проблем. Нужно просто пройти задание «Гиперионский контракт 873». Получить это задание можно в Нагорье. Перейдем к основной части видео. Мгновенное убийство рейд-боссов – это баг, который к моменту записи и выкладывания видео еще не пофиксили. И мне кажется, что его так и не пофиксят, потому что после его обнаружения прошло довольно-таки много патчей. Хватит уже лишней болтовни, переходим к реализации бага. Приходим в тир, берем Моргенштерн и выпускаем обойму в мишень. После того, как пойдет анимация перезарядки, прерывайте ее сменой на другое оружие. И эту операцию нужно повторить 200 раз, так как показано на видео. Для тех, кто еще не понял, как это делается, поставьте Моргенштерн на первый слот, Люду на второй слот в инвентаре, просто нажимайте 1-2, 1-2, 200 раз. Да, это надоедливая операция, которая займет несколько минут. Но скажите мне, это разве не лучше, чем фармить гору снаряжения? Сейчас объясню смысл этого бага. Моргенштерн дает 20% бонус критическому урону за каждый нанесенный крит. Соответственно, с трутнем и с каким-либо оружием не обязательно иметь Люду, просто она больше всего подходит, так как у нее идет расстроение патронов. Вы получите просто огромную кучу урона. Чуть не забыл сказать, отменять анимацию перезарядки нужно на том моменте, когда появляется количество патронов в интерфейсе. После этих манипуляций мы должны дойти до ошеломительного количества урона. На этом, собственно, и все. Вы увидели теорию, увидели практику и эти ошеломительные цифры урона. Поэтому, если вам еще что-то будет непонятно, смело пишите свои вопросы в комментарии. А на этом все. Всем удачи, всем пока.